Вопросы психологии стрессовых, посттравматических и кризисных состояний под таким названием проходят трехдневные семинары для социальных работников Минздрава. В них принимают участие психологи различных ведомств. Они направлены на повышение эффективности работы. Семинар организован по инициативе Министерства здравоохранения и социального развития Георгия Точиева при поддержке Комитета Красного Креста, так как у них есть многолетний опыт в проведении подобных мероприятий. Идея заключается в том, чтобы по возможности помочь повышению квалификации людей, которые работают в социальной сфере по оказанию помощи населению. Данное конкретное мероприятие оно акцентировано на вопросы психологии стрессовых и посттравматических ситуациях. Мероприятие инициировано министерством. Это совместное мероприятие, и Международный Красный Крест оказывает помощь посредством приглашения специалистов, которые будут проводить данное мероприятие. Семинары будут проходить с 5 по 7 декабря на базе Центра психологической реабилитации Минздрава. Сегодня участников поприветствовал Георгий Точиев. Благое дело настолько значимое для нас, что трудно переоценить, наверное, то, что мы сейчас делаем. Я бы очень хотел буквально в заключение выразить мысль о том, что данный приезд он не будет обыденным. Это на самом деле реальная помощь, которая будет в дальнейшем оказана населению республики. И я бы очень попросил, чтобы контакты, во всяком случае миссия русская гуманитарная настроена на то, чтобы контактировать, на то, чтобы рассматривать любого рода обращения о сотрудничестве. В дальнейшем это, естественно, должно продолжаться, потому что это всего лишь предтеча, это первый шаг на пути выстраивания нормальных цивилизационных отношений для формирования полноценной помощи, полноценной системы оказания психологической помощи населению. В создании такого центра, не существующего в истории нашей республики, центра психологической реабилитации, инициатором которого был Георгий Феликсович, очень много нервов и очень много сил мы потратили на это. Но я думаю, что это будет хорошее начало и будет претворено в жизнь. Я вас приветствую еще раз. Плодотворной нам работы. Семинар проводят российские специалисты-волонтеры русской гуманитарной миссии. У них большой опыт работы с людьми в стрессовых ситуациях. Среди них психолог, который в августе 2008 года работала с беженцами из Южной Осетии и продолжала сотрудничество с МЧС. По окончании семинаров психологам будут выданы сертификаты. В рамках семинара будут рассмотрены такие понятия, как стресс, острые реакции на стресс, психологическая травма, горе, суицид, стрессовое состояние, эмоциональное выгорание. И самое главное, психолог должен понимать, в какой ситуации необходимо оказать пациенту психологическую помощь, а в какой его нужно направить к врачу. Люди, которые к нам придут, они часто сталкиваются в своей работе с людьми, которые переживают такие состояния. И, видимо, они хотели бы знать, как им себя с этими людьми вести, как им помочь, как понять, когда они могут помочь, а когда нужно уже, там, например, обратиться к медикам и передать уже этих людей для того, чтобы им помогли медикаментозно, возможно. Что решать путем разговоров с психологом, там, что решается путем поддержки социальным работникам, а что решается уже только какими-то медицинскими техниками и методиками. В рамках занятий пройдут коллективные обсуждения ряда важных вопросов касаемо стрессовых ситуаций. Было отмечено, что такие встречи должны быть регулярными и, что немаловажно, продуктивными. Ирина Битьева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня.